Всем привет, друзья! С вами Димас. Вся банда у нас тоже в сборе. Мы немножко сменили локацию. И сегодня мы будем дегустировать партию консервов очередную. И будут у нас крылышки сегодня. Три вариации этих крыльев. Покажем вам, как они на вкус, как они вообще себя чувствуют в консервах крылья. Я, конечно, не уверен, но, наверное, вкусные, что-то есть. Крылья у нас сегодня будут представлены. Просто гриль, куриные крылышки обжаренные. Апельсин-ананас соус и баффало-острик пиво. Самый, как бы, интересный для меня вариант. Но, почитав все составляющие, я понял, что вот гриль и баффало, ну, там все одно и то же. Просто одно и то же. Никакой остроты, просто аромат копчения. Паприка, не паприка, специи и все. Даже вот этот соус в ананас-апельсиновом соусе крылышки интереснее смотрится. Тут имбирь, цедры какие-то, апельсины присутствуют. Такая горечь должна быть. Банки красивые, стоят сколько, 99 рублей по акции. Сетевые, да, магазины, там Глобус, да, неважно, по акции 99 рублей им цена. Это компания Главпродукт. Самое главное. Забыл, наверное, сказать об этом. Такая компания, ну, глав, значит, хорошая должна быть, по идее. Вот давайте начнем с гриля. Современный замок, присутствует баннер здесь, или как назвать его еще по-другому, я не знаю, этикетка в простонародье нашем советском. Современный замок. Открываем. Видим крылышки. Ну, на вид такие ничего. На запах тоже. Ну, достаточно приятно, ароматно пахнут. Вот, я их держал в подвале. Из-за этого они не успели оттаять. Резко не бросается, но тушенкой пахнет такой вот, такой домашненькой куриной. Посчитаем их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять. Ну, тут такая чуть-чуть раздробленность произошла. Может быть, 10 даже присутствует. Не знаю, вот это за крыло считать. Чей цыпленочек какой-то тут попал случайно в корзину. Вот тут есть кусочек. Сейчас мы как раз попробуем в холодном виде. Куриное мясо. Нормальное. А соль не соленая. Как ни странно. Вот еще один кусочек такой же нашел. Добавочка, видимо. Не вылазила. Тетка пальцем там на... Не, ну нормально на вид, на запах. Мне нравится. Хорошо. Так что вот отставим. Это курица-гриль. Хочу сразу все скрыть. И в холодном виде посмотреть, а потом посмотрим, колернем с оператором, посмотрим, как они у нас будут в горячем виде чувствовать себя, запах какой идут, ну и все остальные, все вот эти, как бы, составляющие этой процедуры. Тут написано, как бы, все это лучше, как бы, погреть. Можно в холодном виде съесть, ну, это тушенка, как бы, то, как любят, какие условия, ну, сами понимаете, в разных условиях люди живут в нашей современной России. Это апельсин у нас, ананас, напоминаю, тут. Такой ананасовый, да, апельсиновый запах присутствует. Вижу какое-то вкрапление. Тут перца чили, видимо, зерна есть. Больше желе, соус такой густой. Плотненько так забито, молодцы. Хорошо забивают. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, короче, девяточка. Девяточка присутствует. Тоже попробуем холодное видео. Да, здесь вот выражается прям апельсин такой, чувствуется вот это. Может быть, даже чуть острота, пикантность такая присутствует. Так, приятная тушеночка. Здесь больше тушенки пахнет просто. Здесь такая вот восточная курица такая. Интересно, интересно. Недалеко, отходя от кассы, пробуем баффало. Что-то тоже похоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, плюс кусочек мяса. Тут самая большая, как бы, мне кажется, порция. Не знаю сейчас, как будет в разогретом виде уже. В холодном пока вот... Наверное, самый примечательный вот этот ананас-апельсин. Тоже очень не соленые. Острота, ну, присутствует, ну, так себе. Ну, что-то есть там отдаленное. Так что сейчас беру сотейничек. Мангал у нас там весь в разгаре. И пойдем все сразу погреем, и я вот вернусь на наше лобное место. Так что увидимся. Ну, все, друзья, вот произошло это чудо. Мы... Погрели на мангале, в сотейничке, все разогрели, все достаточно быстро, почти ничего не пригорело, но мы старались. Налили бокальчик. Маленький мне оператор позволил пивка. Ну, как же там написано, где-то с пивом, острык с пивом, так что нормально. Также начнем в таком же порядке, апельсин, ананас. Тут в этом много соуса очень получилось, прям достаточно много, и он такой интересный, прям журчал, бурчал там. В единственном этом...
в этой упаковке очень много двойных крыльев. Вот таких вот. Кто знает, тот знает. Все, смотрите, как отделяется. Тушеночка такая. Будем пробовать. Запить. Маленький глоточек. Ну, не знаю, очень вкусно, мне кажется, подойдет. Залить, если вот это все дела. И промешать это все с макарошками, с риском, да, даже с гречкой. Очень круто будет. Тут соуса вот как раз для такого сухого гарнира очень отлично подойдет. Ну, 99 рублей. Прикольно. Советую вам брать. Могу заметить, что ушел вот этот апельсиновый на свой вкус. Такой вот, менее стал такой интересный. В разогретом виде, в холодном виде он более такой был насыщенный, как фреш, как будто. Дальше продолжаем у нас гриль. Может, не так у нас все было, но не важно, как у нас было. Как бы здесь все хорошо, в принципе, прогрелось. Но изначально все развалилось. У нас тут соуса здесь значительно меньше. Здесь вот больше таких вот ножек, чем двойных крылышек. Опять же, вот эти две супер ножки, которые вот мне не дают покоя. Не буду их даже пробовать. Попробую вот ножку. Потому что там не было. Попробую здесь ножку. Соуске помакаем. Это еще более тушеночный такой вид. Прикольно. Вот, может быть, их надо запечь в духовочке в верхнем отделе. Прям выложить их аккуратненько, чтобы они сверху колернулись. Соусец так немножко подушел, подсгустел, так чуть-чуть, чтобы этот момент не пропустить. Они сверху колернулись. Если успеете еще перевернуть вот так, может быть, они еще вкуснее сверху будут. Внутри-то они вообще... Вон, кости, смотрите, куриные, они вообще нежные. Ладно, ну, кошки сидят. Вариант интересный вообще, такой вот ближе, наверное, к тушенке, как все обычной. Как у Азии, тут ничего нету. Опять же, пиво надо запить. Под пиво нормально вообще заходит. Все курицу едят. Правда, она уже здесь у нас у всех. Но все мы едим курицу. Отлично. В поход, кстати, да. Интересный вариант. Вот, и мы перейдем к нашему вот самому острому виду. Это бафало. Или бафало. По-разному ее называют. Все то же самое. Соус вот то же самое, как на гриле. Как бы все у них стандартно, одинаково. В содержании, во всем. Тоже возьму ножку. О, горяченько еще. Последняя игралась. На запах они какие-то вот более стали такие вот карамелизованные, что ли. Кожа мягкая, кость сварилась. Да, вкус более интересный. Насыщенный такой, отчетливый, как не как у гриля, точнее. Самый насыщенный, естественно, это вот азиатский этот, типа ананас. В разогретом виде чувствуется, острота появилась, потому что перец красный или какой-то еще там, заменитель его, он дает более раскрывается в таком вот, в теплом, горячем виде. Остроты не очень много, так что я вам предлагаю добавить. Взять в поход или куда-то и взять вот такую нашу пушку-бомбу, фигануть ее вот так туда и все съесть. Сразу вкус Азии появляется. Пальчики оближешь. Сейчас вот съест, потом будет на это ползать вот так. Чуть-чуть. Как они ползают, видели же все в рекламах, в роликах. Но если вас вот эта острота не устраивает, можете еще взять какой-нибудь острый. У нас тут есть табасочек тут такой небольшой. Сейчас попробуем. Я острый не особо люблю, если честно. Ну, как бы, тут же написано «острое к пиву». У нас и острое пиво есть, все присутствует. 3 капельки всего лишь я добавлю, 4. Ну, должно быть остро, как сейчас посмотрим. Это хвост. Совсем другой вкус сразу получается. Все охватывает, все остро. Как бы можно без этого обойтись? Просто, ну, так захотелось. Попробовать острые. Ну, я думал, на самом деле здесь будет острее все. Ну, прикольно. Наверное, делали среднюю остроту для всех. Может, детям тоже курочку дети любят. Тоже я бы взял. Поход замечательный. Вердикт хороший, берите. У нас солнечная погода, скоро закат. Чудесный вид у меня открывается на русскую землю. Всем хорошего настроения. Главное, здоровья. Берегите себя. С вами был Димас. Давайте, ваше здоровье. Всем пока. Лайкосы.